район рядом с рекой. Новостройки самого высокого уровня. Река Волга. Вдалеке видна ГЭС в городе Новочебоксарск. Внизу дача. Там за Волгой Марийские леса. За Волгой видно, поливает дождь, где-то километров 10-20. Тучи дождевые. Вот такие дела. Вид, конечно, хороший. Это вид с последнего 16 этажа новостройки на улице Герцена. Виден залив, речной вокзал, фигура, статуя матери-покровительницы Чувашии, там дальше мужской монастырь, Веденский собор, река Волга, новостройки. Это ликероводочный завод на улице Константина Иванова, на параллельно. Параллельно улице Герцена. Вдалеке сам, собственно, город Чебоксары. Вон видно, улица Калинина вверх поднимается, как крутые горы. Тоже новостройки, агрегатный завод, ТЭЦ. Различные предприятия другие. Балкона новостройки, который расположен в районе Богданка в городе Чебоксары. Там дальше район Радужный виден, микрорайон Радужный. Внизу старые садовые участки, которые уже выкуплены в большинстве своем и сносят. Но там видна подпорная стенка, микрорайон Радужный. Спускается вниз в долину реки ярусами. Дальше там залив,
снимаю на экшен видеокамеру Sony. Сонька вот в обуксе установлена. Это виднеется женский монастырь вместе с церковью Иоанна Кронштадтского. Довольно большую площадь занимает. Там не только само здание, но и постройки, кельи, монахи. Вон на лугу лошадки пасутся, я не знаю, видно будет вам. Это вот школа на Богданке. Так вот. Ну вот в центре города на Богданке пасутся две коровы, теленок. Ну как молоко дует женщина-монахиня. Сейчас приближим немножко зум. Вон там вот. Женского монастыря, сами постройки.